Знаешь, как ты будешь кого вести? Ротация, да будет впереди. Возможно, сюда сейчас выйдет будущий президент когда-нибудь. Возможно, президент стоит где-то здесь. Вот. Ну, по крайней мере, далекий кандидат. Виктор Воробьев. Это независимый студенческий совет нашего университета. Поприветствуем, друзья. Всем привет. Меня зовут Виктор Воробьев, я представляю независимый студенческий совет СПбГУ и Российский студенческий союз. Мы здесь все сегодня собрались во многом благодаря 31-й статье Конституции, которую мы так долго защищали. Но я сегодня хотел бы напомнить о другой, следующей статье, 32-й, по которой граждане РФ имеют право избирать и быть избранными. И мне кажется, она сейчас для нас даже важнее. На Болотной, на Сахарово очень много говорилось о необходимости прямых выборов губернаторов и других выборов. Но я, как человек, связанный с образованием, хочу сказать, что нам нужны выборы ректоров вузов, которые у нас сейчас тоже отобрали. Сейчас по закону об СПбГУ и МГУ ректора этих двух университетов назначаются президентом. Ректора других вузов проходят через какие-то непонятные правительственные фильтры. Вот давайте посмотрим. Ректор Садовничий, член Генерального совета партии «Единая Россия». Ректор Кропичев, научный руководитель Дмитрия Медведева. Чьи интересы представляют эти люди? Совет ректоров России вступил в ОНФ, Путинский антинародный фронт. Эти люди представляют интересы преподавателей? Эти люди представляют интересы студентов? Нужны нам такие ректора? Они нас все даже не представляют. Сегодня в Санкт-Петербургском университете, в первом университете страны, организована настоящая борьба с инакомыслием. Деканы, которые критиковали ректора Кропичева, уволены. Декан журфака Марина Шишкина уволена. Декан медфака Сергей Петров уволен. В университете устроена настоящая травля против председателя профсоюза «Универсант» Сергея Самолетова. И против многих других преподавателей и студентов, которые позволяют себе критиковать нынешнюю администрацию нашего университета. Я хочу сказать, что мы не забудем этого и не простим. Не забудем, не простим, не забудем, не простим, не забудем, не простим. Мы требуем настоящих ученых и студенческих советов, которые бы представляли преподавателей и студентов вузов, а не непонятно кого. Мы требуем академических прав и свобод в наших университетах. И только тогда, когда наше образование будет свободным, тогда и Россия будет свободной. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Спасибо! Когда выходят такие ораторы, то появляется надежда, что будущее у нас в России такие...